Центральной площадкой общеобластного субботника 24 апреля стал микрорайон Супонево в Звенигороде. В этот день в Одинцове прошел еще один крупный субботник, к которому присоединились депутаты Мособлдумы Дмитрий Голубков и Лариса Лазутина. Всего в Одинцовском округе провели 181 субботник, в которых участвовали более 5000 человек, рассказал секретарь местного отделения партии, глава муниципалитета Андрей Иванов.